Казахстан может предоставить Украине и России площадку для переговоров при условии, что она понадобится. Об этом сообщил председатель Мажилиса Ерлан Кошанов. Он рассказал журналистам о позиции нашей страны в отношении конфликта. Украина и Россия – это наши братские страны, и поэтому нам очень больно на сегодня наблюдать, когда проливается кровь, разрушаются здания. И Казахстан чем может помочь? Это вчера озвучил глава нашего государства. Мы можем оказать посреднические услуги, посредниками выступить. Мы можем площадку предоставить для переговоров, если это понадобится.